представляем вашему вниманию новую усовершенствованную версию известного плеера iAudio 9, которая называется iAudio 9+. Данный проигрыватель сочетает в себе самые свежие разработки компании Kovan. Такие, как пакет звуковых эффектов Jet Effect 5.0, систему обработки звука BBE+, и многое другое. В комплект поставки входит сам плеер, гарнитура, USB-кабель, инструкция, в том числе на русском языке, и еще тут скрывается бонусная карта на $10 для покупки музыки. Проигрыватель выполнен форм-фактор традиционного мобильного телефона. Когда берешь его в руки, сразу чувствуется породистость. Невероятно тонкий и практичный корпус, ничего лишнего. На фронтальной стороне никаких логотипов и надписей, только разрез улыбка для динамика. И только при включении питания плеер оживает. Теперь виден четкий контрастный дисплей и сенсорные кнопки управления. Разъем для наушников находится в нижней части корпуса. Рядом спрятался под крышечкой microUSB разъем и кнопка сброса. По бокам мы видим, с одной стороны коромысло громкости и микрофон, а с другой переключатель питания с функцией блокировки и кнопку меню. Эта версия плеера имеет 16 ГБ памяти, USB 2.0 High Speed интерфейс, литий-полимерная батарея позволит смотреть видео порядка 7 часов, а в режиме прослушивания аудио она продержится все 29 часов. Благодаря тому, что плеер оснащен 2-дюймовым TFT LCD экраном QVGA с поддержкой 262 тысяч цветов, на нем можно смотреть видео, читать некоторые текстовые файлы и просматривать фотографии. Разрешение данного дисплея 320 на 240 пикселей, что для портативного компактного устройства более чем достаточно. iAudio 9+ поддерживает музыкальные форматы OGG, MP3, FLAC, WMA, APE. Мощность воспроизводимого звука 30 мВт по каналу при сопротивлении 16 Ом. Воспроизводимый диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Также тут есть встроенный 8-омный монодинамик мощностью 300 мВт, который воспроизводит звук с частотой от 600 до 20 000 Гц. Качество звучания проигрывателя, благодаря наличию многих уникальных технологий, очень высокое. Учитывая поддержку lossless форматов IPE, FLAC и других, рассматриваемый плеер может стать отличным вариантом для многих любителей музыки. Что касается поддержки других форматов. Плеер поддерживает следующие видеоформаты: VMV, ASF, AVI. Также текстовые форматы TXT, LDB версии 1.0 и 2.0 и SMI. А также форматы изображений JPEG. Отметим также дополнительные функции, такие как радио, диктофон, возможность воспроизведения музыки с помощью встроенного динамика, ну и, конечно, вывод видео на внешние устройства. iAudio 9+ – это отличный выбор для меломанов. Купить его можно уже сейчас в магазинах Kovan Ukraina.